Кызылординские спасатели вернулись с Мактарайского района Туркестанской области. Отметим, на ликвидацию чрезвычайной ситуации в данном районе из области было направлено 45 спасателей. В течение 16 дней выкачали 3000 кубов воды в населенных пунктах Нурлыжол, Орги, Баз, Женес, проводили очистительные работы. Также помогли перевезти на моторных лодках ценные бытовые вещи свыше 180 семей. Все работы в зоне подтопления завершены, и кызылординские спасатели благополучно вернулись домой.